Самую передовую технику сегодня представили на международной выставке «Кодекс-2014». Часть из них уже находится на вооружении некоторых стран. В общей сложности выставлены тысячи экспонатов. К ним открыт доступ для всех. Бахтияр Даркеев побывал на выставке. Как и полагается, любая военная выставка не обходится без практической демонстрации техники. На этот раз Казахстан решил показать почти весь имеющийся арсенал. Была и авиация, которая совсем недавно участвовала в военном параде в Астане. Популярное во всем мире стрелковое оружие сегодня было представлено на выставке вооружений. Сразу несколько крупных компаний показали последние модели пистолетов, винтовок и ружей. Любой из них можно было взять в руки и рассмотреть в деталях. Запретов, как таковых, нет. Главное для любого производителя – привлечь потенциальных клиентов. Мы уже 5-6 лет сотрудничаем с Министерством обороны вашей страны. Поставили несколько тысяч стрелкового оружия. В основном это пистолеты «Беретта». Надеемся, что и в этом году сможем заключить контракт. Впервые на Кодекс был представлен стратегический бомбардировщик Airbus М-400. Его производство началось только в прошлом году, а уже в этом разработчики предлагают его Казахстану. Это абсолютно новый самолет. Он производится специально для Европы. Но в этом году мы участвуем во всех международных выставках и предлагаем его во всех регионах мира. Стоит отметить, что сегодня свою продукцию показали несколько десятков компаний. Есть среди них и прототипы. Военная техника становится сложнее, а управление, наоборот, легче. Некоторые системы напоминают компьютерную игру, в которой легко разобраться даже ребенку. Например, эта установка – разработка турецкой военной компании. Управлять ее можно на расстоянии нескольких километров. Среди экспонатов не только оружие, но и новые технологии. Их в этот день было немало. Все под рукой, своеобразная рабочая капсула. Это тренажер, имитирующий систему управления Боинга 737. По словам разработчиков, он предназначен для первоначальной подготовки пилотов. В Казахстане пока такого нет, но уже вскоре, возможно, появится. Сейчас я дал команду, чтобы они направили мне коммерческое предложение с тем, чтобы посмотреть, может быть, в рамках совместного предприятия организовать здесь центр, который бы позволил замкнуть не только пилотов вертолетчиков МЧС, но и других структур. Выставка продлится еще несколько дней. Чтобы ее обойти, понадобится немало времени, так как занимает Кодекс приличную территорию, около 5-6 футбольных полей. Бахтияр Даркеев, Марат Кураков, 7 канал.